пенальти сейчас будет. Тут они быстро туда, 2 минуты. Елки зеленые, и там... Вот это. Буквально 2 минуты осталось. Так. 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 Давай, Дамьяныч, в эту сторону. И оператор просит в эту сторону. Вот там. Да и так понял, что так. Бить можем вторыми, но в эту сторону. Бить все равно какими на самом деле. Абсолютно. Куда они пошли? Наверное, туда будут. Подожди, пока вообще ничего не понятно. Да в дальний, мне туда кажется. Куда пошли, что ли? Подожди, вратарша сюда идет. Ну на семку смотри, да сюда. Значит, к нам будут бить. Вау! Видишь, вратарша сюда. Хорош! О, полдела сделали! Погнали дальше! Наши начинают, что ли, да? Ага, и сразу все новые корреспонденты. Давай. За ворота. Хорош прыгать уже, стой, как это, Гриченко носилась, весь суперкул. Ну ладно, так еще. Ёбаный. Ёлки. Да не, она хорошо пинает. Стоял просто на месте, даже не в угол прыгал, просто ты на месте, ёбаный. Я же говорю, блядь. То же самое. И стой, Эльвира, да. Тем более кто-то. Стой, она сама может тебя прольет. Я бы сейчас не дергался даже, стоял бы на месте. Не дергался, я говорю, да. Она говорит, сама в тебе, да. Вот и все, да. Мы тоже как бы с какого-то еще выше. ЦСКА! ЦСКА! Только верхом не надо, Рита. Ну так, вот и все! Ну как верхом вы лупите, так вечно жопа какая-то. Ну здесь тем более, Эльвир, надо стоять, у него удар пушечный.
И там прыгай, не прыгай, да. Мимо. Или в тебя со всей силы, по центру. Попадет, так попадет. А по центру, может, и возьмешь. Давай, Эльвира, можешь, можешь, можешь! Взяла, причем удар-то сильный, ёптара! Она сильно в угол сандалила. Молодец! Как ты, да? Как инфир! Никогда не взяла. Так, Таня, это ты Я что-то был уверен. Хорошо, все. Молодец, да. Правильно. ЦСКА! ЦСКА! Так, 4-2, что ли? И последний будут пятый пенальти. А если она мажет, тихо, и все. Тихо, тихо, тихо! Блядь, что зацепила Эльвирка, да? Угадала ведь, да. Не, ну так пробила ведь плохо, конечно. Эльвира, молодец! Яковлю без нервов! Чё, ёлки, а? Там Янович надо было. Чё, Янович? Сюда прыгает опять. Ой, да, да, и все. А может раньше времени вдернулось, блин? Да, да, не говорят, что раньше времени дернулось. Но как Гриченко, когда пенальти Братко отвел в Суперкубке. Там вообще уж вопиющий был случай. Она так-так и вообще там носилась. Дернулась раньше времени, да. Блин, ну как не повезло, что Эльвира уж зацепила удар этой бразильянки. Все бы на этом и закончилось, да? 3-1 бы и все. Воспоминание. Давай мимо. Давай, выше вору. Хорош! Хорош! Юр, я два раза угадал. Я два раза угадал. Выше ворот и Эльвира отбивает. Вообще его весит по меня. Изуди, сатана. Да, будет первый. ЦСКА всегда будет первым. ЦСКА всегда будет первым. Всегда будет первым. Ну и Эльвира молодчина, какой на мяч от Беломыцевой потащила. И почти от бразильянки. Причем даже от Беломыцевой был удар сильнее. Она бьет сильно и угол. ЦСКА всегда, всегда будет первым! Блин, Зимов, ЦСКА всегда будет первым! Thank you.
Я на 11 минут не снимал. Так я еще на паузу ставил. Тут вообще это долгая история была. А где они еще не лежат? Они в Питере. Нет, а играть? Нет, какой Лужники? Нижний Новгород, провинция, Нижний. О, с моей перчатки сейчас подарю. Да не дай бог, на Газпром арене опять переиграют, как всегда, и скажут, ребят, извините, опять туда. Газпром был где-то был. Да. Опять Газпром скажет, что. Или там в Нижнем не готовы, не пускает губернатор. Ну, хотели там, а извините, пойдем с Газпром арена. Пока, Татьяна.